Здравствуйте, с вами Сами Коленко. Меня уже неоднократно просят снять видео по обрезке такой груши, как талгарская красавица. Но я добавлю, что к ней однотипные груши, то есть они похожи, они как бы родственные, габитус тот же, ну, форма кроны, талгарская красавица, киргизская зимняя и так называемая, ну, как я тут у нас называю, чингизитка или киргизская зимняя улучшенная, ну, которая как бы пока она не... Ну, вот смотрите, неопределен сорт точно. Вот двухлетний саженец, вашему вниманию. Вот отсюда прошлогодний прирост, видно? Вот, вот здесь было две веточки под острым углом, вот они. Ну, я уже их убрал, они были под острым углом. Я их удалил, освободил место дальше, на это я гоню веретено. И вот смотрите, двухлетка, ну это такая довольно приличная двухлетка. Вот все боковые веточки, то, что я неоднократно на концах, цветочная почка. Ну, это особенность вот этих сортов. Это плодушки уже пошли, а вот на вот этих веточках, если бы я срезал вот так, вот так, вот так, я бы оставил ее без урожая. Ну, конечно, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бутонов, в каждом 5-6 цветков, прикиньте. Ну, здесь и потом, как она завяжется, для такой малютки, как бы двухлетней, ну, 3-4 груши можно как бы нагружать, оставлять ее с таким урожаем. Можно, значит, дальше ее, хотите вы пустить дальше, как бы, ну, в крону вширь, значит, срезаете этот прирост. А если гнать веретено, как я гоню, значит, ничего не трогаем. Вот. Только центральный, вот тут вот ослепляем три почки, а это идет вверх. Но это я уже неоднократно показывал, говорил. Сейчас перейду к талгарской красавице, ну, постарше. Вот я перешел, вот она такая уже, ну, лет 7. Значит, смотрите, вот особенности те, что я говорил. Вот на концах однолетнего прироста цветочная почка. Если вот здесь нет, можно укоротить. А здесь, видите, вот на конце цветочная почка. Ну, она как бы уже обрезана. Ну, такие они как бы понятные в обрезке. Она ежегодно родит. Я продолжаю тему обрезки талгарской красавицы. Вот трехлетняя грушка. Действительно красавица талгарская. Ну вот она, видите, как в том году шиканула, потому что обрезан, как бы подкормили, три раза полили, но соседка не дала обрезать. А в этом году, видите, уже надо что-то делать. Значит, смотрите, что работаем сейчас не на урожай, а на формировку кроны. Вот, однолетний этот обрезал, а вот эту перевожу дальше. Смотрите, острый угол, видишь? Угу. Вот это центральный. Я вырезаю фактически центральный проводник. Тем более, как бы, не моя, не жалко. Вот. Укорачиваю. Здесь слишком близко. Слишком близко. А вырежу я вообще ее. Видите? Уже как бы лучше стало. Понятливей. Вот все. Это отошла уже, как бы выводим на второй как бы уровень. Вот этот вырезаю. Уже соподчиняем вот тупо все. Давайте вот так, смотрите, все в одном уровне. Чтобы как бы не думать. Вот эта веточка, тут хороший угол, укорачиваем, но на ней нет ни одного цветочка, вы понимаете? Почему нет? Я объясню. Потому что мы ее как бы кормили жирно в том году. Но, смотрите, сюда, 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 чтобы было заполнялось, вот так я сделаю. Вроде как, видите, это как бы не на это самое, чтобы на следующий год уже она заложила цветочек. Все, видите, все. Что тут обрезка? 5 минут ушло. Подправили углы, как бы, где вот удалили. И дальше будем такую чашечку до 3,5 метров вести, потому что посажены они через 2 метра. То есть здесь будет интенсивный сад. И смотри дальше. Раз, два. Тоже, иди сюда. Эту могу откомментировать. Тоже неправильный угол. Уже бог с ним. Уже, как говорится, ну, не мой сад. Ну, вот уговорил я так подправить. Все, вырезаны ветки сюда, сюда, сюда. Вот, все на разные стороны. О, центральный.
чуть-чуть. Уже что-то, хотя она как бы, ну, и тем более это бралось такими саженцами, как бы третьего сорта садилось. А вот смотрите, видно, я шатаю, шатаю. Вот двухлеточка, слабенькая. Смотрите, она вся в цвету. Вот эту особенность этой талгатской красавицы. Срезал, вершка срезал. Все. Ну вот я перешел, смотрите, дальше она. Здесь ей, наверное, лет, я не знаю, года 4. Но она тут бралась все на черенки. И вот смотрите, вот. Однолетняя, то что я говорю, на конце цветок. Однолетняя, на конце цветок. То есть они скороплодные. О, и на таких сортах бывает. Вот двухлетняя уже цветки. Двухлетняя древесина, цветки. Вот цветочек. Видите? А здесь вот, вот эти два кончика. Нету цветка. Ну я их вот так немножечко, буквально укорачиваешь немножечко. И вот это. И вот вся обрезочка. Дальше она обрастает цветочными почками. А здесь центральный, ну, пойдет, вот я перережу, чтобы вызвать жировичок. Это, ну, как бы, потому что я брал, ну, брал черенки. Вот это тоже, ну, как бы ее сделать. Ну, можно его так сделать и вот так выгнуть, это убрать. Ну, то есть эта ветка, сделаешь ее центральным проводником. Но я, скорее всего, ее вот так сделаю. Видите, насколько это все можно делать? И оно так правильно, вот, в одном уровне. А здесь пойдет хороший новый молодой проводник. С вот этой вот почечки. Вот почечка. Дальше я вот перешел. Здесь вот две груши стоят через метр. Вот, вот это шестилетняя талгатская красавица. А вот это вот корола. Шведская. И оператор меня достал здесь. Чем отличаться? Я не знаю, чем. Я не агроном. Смотрите, здесь она в том году была перегружена урожаем, ваша корола. Единичный цветок остался. Вот смотрите, чем. Все двухлетняя, вся пустая. О, пару цветков. То есть она будет год отдыхать. Но она была перегружена. А талгатская красавица. О, в том году тоже было море урожая на нее. И тем не менее, она тоже, она ежегодно. Это азиатка, которая родит ежегодно. Вот однолетняя, срезала чуть-чуть, и все, душа нет на конце цветка. Вот смотрите, вся обрезка, вот здесь только вот это укоротил, и вот это внутрь лезет. Видно тебе? Хотя вон цветок, все, на наружную почку. А дальше смотри сама, анализируй, вот, после урожая того года, все равно, смотрите, везде цветок. Ежегодно она дает урожай. Ее можно не резать. Есть у меня люди, я знаю, что они ее не режут, если есть место. Она идет по 300 килограмм на 10-й год. Огромные. У меня резаны все. О, вершок можно укоротить, кстати. Видите, как оно? Опять же, вот этот, вот, на конце, видишь? Здесь нет. Вот, удаляю. И торможу. И вон цветок, и вон цветок. То есть, и вот. Вся цветку. Вся цветку. О, шестилетняя деревце. Вот еще, смотрите. Все цветку. Сейчас она более на, как бы, такое слово, как я говорю, напупыренная, как мне. А я говорю, напупыренная. Вот она. Все, смотрите, один цветок. На двухлетней древесине. В однолетней. Ну вот здесь вот можно откоротить. И вот эти две. Вот эти две. Буквально. Вот и вот. Можно где-то вот сюда отогнуть. Ну, в принципе, тут все, все места хватает. Все она. Вот, пожалуйста. Вот эти вот груши. Серия талгатская красавица, киргизская зимняя. С этой серии. Вот она взрослая. Смотрите, вот это ей лет 15. О, она была в том году где-то 50-60 килограмм. Позато году было 150 килограмм. Вон она все поломала. Напускала волчков. С вами был Сан Миколенко. Заходите на наш сайт medvino.net. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.